друзья, еще раз привет. Надеюсь, меня привет, слышно. А в общем, так как завтра приезжают мои, надо подготовиться. То есть у меня подушек не хватает и не хватает постельного, а еще нужен матрас. Вот. Соседи мне подсказали. Вот. Сходи, говорит, в магазин, большой склад. Смотри, там может что-то есть. Может, найдешь себе путевое. Вот, сейчас иду, посмотрю подушки, вообще почем. Как продаются. У меня есть оптовики, где можно заказать, но они будут долго идти, а мне нужно сейчас. Вот. Придется, походу, переплачивать большую сумму денег. Вот, а надо 4 подушки. Такие дела. Постельное посмотрю задним и матрас. Смотрим, что выйдет. Самое главное знать цены. Потому как я даже не знаю, сколько это все стоит. Вот. И за одним прогуляюсь, посмотрю вообще, какие есть товары там в наличии. Что там вообще продается. Ну, как мне сказали, там все есть для спальных. Для спальни есть все необходимое. Вот я и пойду проверять, что там есть.